В 17-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Ноттингем Форест. По составу Манчестер свои стандартные 4-2-3-1. Решфорд, Антони по флангам, Марсель нападающий, Бруно под ними. Ноттингем то же самое, единственное, что в нападении бегал в ложной девятке Лингардиньо, легендарный игрок Манчестер Юнайтед. Первый гол Манчестер Юнайтед – розыгрыш с углового на 19-й минуте. Эриксон делает передачу Дизом на ближний угол вратарский. Сначала стартует в центр вратарской Варан, потом за ним стартует Решфорд и в касание пробивает в дальний угол. Шикарный розыгрыш, наигранная комбинация. Второй гол Манчестер Юнайтед забил с контратаки. Бруно забрасывает по флангу на Решфорда. Решфорд, не доходя до штрафной, тормозит, опрокидывает игрока Ноттингема, отдает в центр на Марсиаля. Марсиаль чуть заходит в штрафную и пробивает. От рук вратаря мяч залетает в ворота. 2-0. Так заканчивается первый тайм. Был еще отмененный гол Ноттингема, но там был офсайд. Хотя искали руку. Третий гол Манчестер Юнайтед. Казимиро в центре поля обрезает Ноттингем. Отдает передачу на фланг вышедшего на замену Фреду. И Фред пробивает дальний. 3-0. Окончательный итог матча. Игрок матча Казимиро. Кстати, Манчестер второй матч играет на 0 без Мартинеса. Это значит, что влияние Казимиро более заметно на игру в обороне, чем влияние центрального защитника Мартинеса. Но нельзя исключать и что там был Бёрнли и Ноттингем. Манчестер приблизился на 2 очка к Тоттенхэму, но по-прежнему остается на 5-м месте, но у них матч в запасе. В потенциале МЮ по очкам может догнать и Ньюкасл, но надо дважды победить. Пока.